это больше, наверное, так для души, скажем, мне нравится это все дело заниматься и с детьми, смотреть, как они развиваются, растут. Меня зовут Дементьев Евгений, я из города Вельска. Боксом сам в детстве занимался, так как, ну, у меня отец был тренер по боксу. Сделал отделение бокса здесь, в Вельской спортивной школе, в ДЮСШ. А потом он погиб трагически. Потом другие тренера тоже занимались тут в Вельске. Я работаю мастером в теплоснабжающей организации, ну, то есть... У меня свободный график, поэтому время позволяет совмещать. Решил открыть клуб и поплотнее заняться этим делом. Решил самостоятельно это все развивать и попробовать сам себя как организатор клуба, как тренер. Это здание магазина бывшего, ну, так как оно не задействовано было, предложил сделать спортзал и как бы договорился с хозяйкой, и как бы мы все тут вывезли ненужное и, соответственно, начали постепенно устанавливать тут спортивное оборудование, приобрели ринг, где-то за свои деньги покупал, где-то помогли знакомые приобрести. То есть приходят дети взрослые, приходят родители с детьми. Детей стараемся маленьких брать бесплатно. В моем детстве был бесплатный спорт, поэтому как-то и приходят, ну, не жалко, пусть занимаются. Приходят дети с разных семей, там, многодетных, там, и малообеспеченных и так далее. Здорово, что они тут есть, где прийти позаниматься. Бокс, он много дает для... Развивает физически, то есть силу, ловкость, координацию, там много. Уже где-то в начале марта-апреля на первое соревнование мы стали выезжать, несколько детей вывозили, то есть они боксировали. Сейчас в ноябре буквально были в Архангельске на турнире. Всегда с медалями, всегда с и победители, и призеры есть. Стараемся. Хотелось бы их обеспечить, скажем, формой, перчатками, там, комплектами. Плюс вывозить их на соревнования. И, соответственно, хотелось бы, чтобы они смотрелись нормально на любом уровне. Со всем этим мы идем на круг благотворителей. Хотелось бы получить поддержку от этого круга на приобретение инвентаря. Мы хотим дальше набирать, продолжать детей. Чем больше наберем, тем лучше. Хотелось бы развивать клуб, чтобы была узнаваемость и в области, и в Северо-Западе, знали наших спортсменов. Гордимся этим всем, что хорошее дело делаем, и то есть все не зря.